Хочешь заработать – плати. В Днепропетровской области на взятке задержали начальника одного из райотделов полиции, подполковника, между прочим. Полицейский систематически требовал от местного бизнесмена деньги за возможность беспрепятственно заниматься грузовыми перевозками. В случае отказа под надуманными предлогами он блокировал выезд автотранспорта предпринимателя из базы. Каждый день бизнесмен вынужден был платить дань. Ее размер зависел от количества грузовиков, которые перевозили стройматериалы. При получении 3000 гривен начальника райотдела задержали прямо в служебном кабинете. Подполковнику-коррупционеру теперь грозит до 3 лет лишения свободы.